Всем привет, дорогие друзья, с вами Денчосик, и в этом видео мы будем проходить Soul Knight. И я, кстати, легенд его изменил. И, как я заметил, в комментах вы пишете, что эта игра не особо. Ну, некоторые, конечно, пишут, но, к сожалению, если я поставил цель пройти эту игру, то мне придется его пройти. И я хочу как раз его сам пройти в скором времени, потому что я еще хочу сделать прохождение Among Us, потому что его очень много кто просит, чтобы я его прошел. Ну и сама себе игра очень интересная. Ну и вот мы прошли эту комнату. Так, открываем сундук, получается. И что у нас? Ну, думаю, у меня ледник лучше. Ну и вот мы прошли достаточно легкий раунд, и нам тут дают сразу выбор навыка. Ну, я думаю, лучше за убийство врага получить дополнительную жизнь. Довольно быстро. Ну, не особо. Так, вот опять у нас какой-то наставник. Ненавижу большие комнаты, потому что чем больше эта комната, чем дольше раунд. Но она далась легко. Ну, достаточно быстрый раунд. Ну и как раз следующий раунд. И опять довольно большая комната. Ну и опять же, очень легкая. Так, что это за портал? Блюдо монстра какое-то. Ну, мне не нужен. Мне кажется, будут преследовать эти большие комнаты. Ну, тут реально египетская сила. Ну и вот мы прошли эту египетскую комнату, и сейчас идем к сундукам. Тут довольно спорное решение, ледник или это штурмовая винтовка. Думаю, штурмовая лучше, или ледник. Блин, лучше думаю, что штурмовая. Ну, пожалуй, я возьму. Так, и нам тут опять предлагают какие-то навыки. Ну, возьму вот этот. Довольно легкая комната. Ненавижу комнаты с такими блоками. Ну и вот мы прошли вот этот раунд. И прикол в том, что у нас начинается пятый, и мы в этом раунде будем сражаться с боссом. Довольно прикольная штурмовая винтовка. И мы опять же проходим раунд. Не особо, в принципе, этого раунда. Так, какой же ветер загадал желание? Железо. Ну и мы проходим вот этот раунд. Довольно там большая статуя прыгает. И мы прошли вот эту довольно легкую комнату. И мы сражаемся против босса «Золотая маска». Как я помню, она вроде такая сложная. Ну, это было предсказуемо, потому что босс довольно, так сказать, сильный, а я слабый, и у меня оружие не особо. Ну, как раз закончили раунд, и нам дали довольно прикольные награды и открыли какие-то места. Ну, начинаю следующий раунд. Ну вот, босс получается, я дошел до какого-то цветка, и у меня вот такие вот дорожки. Они, думаю, очень топовые. Так, это дурман, и начинаем просто с ним сражаться. Какой он это слабенький. И мы с легкостью разнесли этого босса. Так, подбираем монетки и ледяные шипы. Ну, не особо, так. Заходим в портал и... Путь повышения точности удара. Ну ладно, начинаем вторую локацию. Повезло, маленькая комната. И, конечно же, она очень легкая. Куплю, пожалуй, силку.
Я прошел довольно немного затруднительный раунд. Ну и вот новый раунд, и тут у нас автомат с оружием, и тут невезение. Не, ну я думаю, то, что у меня офигенная оружка и офигенные бонусы. Ну вот мы прошли раунд, и у нас тут оружие. Так, челик из Half-Life. Ну, я как помню, этот торговец торгуется за жизнь, то есть убавляет ХП, но это мне не нужно. Этот раунд дался сложный только из-за этого, потому что я чуть из-за него не потратил несколько ХП. Ребята, даю вам совет, это сразу используйте суперсилу при входе. Ну и раунд так, среднячок, нелегко, не сложно. Ну пошли к сундуку. Так, и что же у нас в сундуке? Пилюля, она вроде убавляет ХП. Так, улучшать наставника я не буду. Пройдена еще одна комната. Возьму, пожалуй, плюс щит. Следующий раунд, и надеюсь, в автомате будет хилка. Блин. Ну вот и прочная комната, и в основном при помощи меча. Опять он. И опять же пройдена комната. Возьму хит. Так. Довольно легкая турель. Я уже начинаю подбешивать из-за этого стики с пулеметами. Ну и вот настал раунд, где мы будем сражаться с боссом. Так, у нас тут опа, хилка. Офигенно. И опять же большая комната. Так, мне позвонили, но мы все равно продолжаем сражаться и даже играть с Окнайт. Мы как раз прошли раунд. Эта статуя не нужна. Вот про этих толстяков говорил, вот прям втроем напали на меня. Как же мне это подбешивает? Единственное, что было сложно в комнате, то это начало с толстяками. Так, мне вот интересно, что это за клетка? Ее вроде бы не было в прошлых обновлениях. Ну, я не буду пока сюда сходить. Блин, не та комната. Долбаный толстяк. Толстый мандам! Толстый, бучий толстяк! Толстая! Толстяк, блядь! Ну, сделаем возрождение. И этого. Толстяк, блядь! Я просто вынес. Так, молот, войны. Так, что это у нас? Ну, не особо возьму лучше свое. Не, ну это вот толстяка я запомню навечно. И мы прошли вот этот раунд. Так, берем сундучок. Кстати, вот что это за клетка? Ну, обойду лучше ее. Так, и сейчас у нас будет босс, и кто же... Так, великий темный рыцарь. Ну, начинаем бой. Ну, неудивительно то, что меня вынес, потому что он довольно сильный. Так, сейчас мне дадут награды, получается. Так. Ну, довольно много. Так, мне дали еще купон. Ну, продолжаем. Вот я опять дошел до этого босса. У меня священник, который взял за купон, и довольно прикольные оружки. Ну что, начинаем, получается, раунд, так. Это какой-то вроде слизень, так. Ну да, великий слизень. И мы также начинаем бой. Блин, я
надоело почти вынес. Но у меня есть развивалка, и я ее куплю. Блин, я ее почти вынес. Я думаю, что я уже перейду на третью локацию. Но, так сказать, не судьба. И думаю, хотя бы в следующих сериях мы сможем пройти. И просто намек, что сейчас будет конец. И, кстати, заметьте, сколько много наград мне дали. Так. Ну вот, так, сейчас идем, возьмем награды, получается, достижения, так, еще это. Мне нужны, потому что я хочу купить священника, потому что священник довольно имбовый. Так, а что я не могу пойти? Так, что это такое? Типа, у меня нет доступа? Или что это такое? Так, или может там зайти нужно? Сейчас. Да нет, тут никак не зайдешь. Это что такое? У меня что, доступа нет? Вроде такого не было в прошлые разы. А тут впустил. Это что сейчас за баг был? Ну, тут вроде еще какие-то баги не исправились с обновлением. А я думал, что у меня уже нельзя даже в подвал зайти за наградами. Так, вроде у нас в нижнем подвале есть награды. Так. Ну да, есть тут. Так, ну да, 2000. А, нет, 200. Ладно. А вот тут уже косарь, это уже неплохие денежки. Так, ну вроде тут еще есть награды, ну да. Ну если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я старался, потому что доходил до боссов. Ну всем удачи и всем пока.